Мне очень понравилось. Вы все были в восторге. Столько впечатлений, столько эмоций. И эти звуки. Очень хорошая постановка, хороший сюжет. Юмористический. Интересный. Немного комедийности. Похож был на книжку. Интересный такой, забавный. Было очень красиво. В этом мире никто не знал. Было такое погружение в тропики. Как будто бы сам в этом затерянном мире побывал. Обезьяны танцевали. Прям как настоящие. Красиво, динамично. Отличные декорации. Все живет, двигается туда-сюда. Просто все объемное. Оказались на пристани, потом это корабль, потом это джунгли. Сама трансформация сцены очень понравилась. А когда рухнуло дерево? О, там красиво, там динозавры. Да, динозавры, ты нас прямо... Я ж испугался. Они великолепные. Это был настоящий динозавр. Науке еще до сих пор неизвестно, из-за чего они вымерли. Журналист, он такой шустрый. Он был очень похож на настоящего. Они верят прежде всего в то, что происходит на сцене. Все хороши. Видно, что очень старались. Хороший спектакль, я бы хотела еще вернуться. Мне очень нравится декорация, то, как он это решил. Не помню, как его зовут. Главный. Ну, молодец, Грымов. Мне все понравилось. Грандиозно, с высоким художественным вкусом. Это как кино, это прям... Настоящий зрительский кайф. Необычно прямо. Что Юрию Грымову удалось совместить несовместимое. Сбылась. Думаю, что вот такого в жизни больше никогда не будет.